отдела Декапитал Кубай, Леонид Станиславович, поздравляю с победой. Оцените, пожалуйста, качество игры вашей команды в первом тайме, втором. Ну, интересный футбол. Быстрые переходы, быстрые атаки. В принципе, хорошее решение в атаке. Ну, я бы отметил две команды, которые, ну так, играли такой агрессивный футбол в атаке. Ну, нам больше повезло, наверное, поэтому мы добились, больше, может быть, хотели, добились победы на выезде. Это всегда тяжело в таких условиях, такое поле. Спасибо. Еще 13 минут до скиба после выхода на замену, еще могу слово. Стратегия, знаете, такое. Слышали? Стратегия в футболе. Когда-нибудь сталкиваются, когда тяжелейший мяч и не хватает 15 секунд. 15 секунд мне нужно было выиграть. И все. Вот этим все сказано. Еще? Может быть, еще оцените качество Газона, молодежь. Великолепно. Для этих условий великолепно. Подготовлено. Бывает хуже, вы не сталкиваетесь с худшими полями. Наверное, может я так. Но великолепно подготовлено. Великолепное поле. Молодечно любит футбол, чуть зрителей было больше. Вообще было интересно. Спасибо. Все, спасибо.